Всем огромный привет. Все одно и то же. Приветусик, огромный привет. Просто. Всех приветствую на своем канале. Сегодня поход в пиццерию на у моей крестницы. Сегодня день рождения. По такому поводу. Она красилась. Собираюсь, пока я еще ее жду. Пока я жду, пока меня позовут. Мой подарок готов. Я тогда в предыдущем показывала рамочку, которую деревянную же брала. Ну, это коллаж у меня получился, не сказать, что очень классно. Ну, вот примерно я вот говорила, что если, может, что-то еще подумать, было бы интереснее. Ну, там уже она, может, сама что-то придумает, приклеит. Ну все, готово. Думаю, резиночку одеть, не одеть на волосы. Мешается будет. Ладно, пока вот так в виде браслета одену резинку. Пока поболтаю и скажу, что вчера я подала заявку на монетизацию. Сегодня они уже одобрили насчет этого. Ну, теперь будет малюсенькая копеечка. По чуть-чуть, год, два, сколько там будет эти копейки? Уже хоть даже, не знаю, у меня там было, вообще у меня на счете, оказывается, там было 10 центов. Когда-то давно, в 2014 году, когда я была на концерте у Софии Ротару, я выкладывала эти видео и подключала монетизацию. Я на тот момент, знаете, я помню на Абум. Я зашла, что-то там согласилась, подключила, адрес указала, все. И я не вникала в эту тему, и как-то забылась, потом я забросила, ну как бы, я же не вела канал, просто вот чисто концерт Ротару был. Я уже занялась Ютубом, начала вникать конкретно, и обнаружила, что 10 центов у меня завалялось с концертов Софиюшки. Ну пусть еще 10 центов копится, не все так просто. Хотя многое впереди, если посмотрим, короче, как надоест, так надоест. А пока я здесь. А еще Леночка мне прислала приветик с Германии. И надо на почту еще заехать после мероприятия. В общем, Леночка, огромное спасибо. Так, ну что еще поболтать, о чем? Не знаю, получится у меня в пиццерии поснимать. Потому как в людном месте я стесняюсь немного снимать. Ну, во-первых, все сразу обращают внимание, кто-то оборачивается, все смотрят на тебя, уж тем более что-то говорить. Ну, ладно, предположим, что-то поснимать можно, там, болтать о чем-то. Так что не обещаю, может быть, разве что совсем маленький клочочек видосика. Такой дизайн. Леночка, большое спасибо, получила посылочку. Ничего себе, ничего себе. Ой, как классно. Смотри, какая открыточка классная. Супер. Ой, открытки вообще обожаю, просто обожаю. Ой, какие зайки классные. Тин-тин-тин. Сколько всего интересного. Какие конфеты интересные. Ну, сейчас как раз чай попьем. Чай попьем. А это чего такое интересное? Ты что-нибудь понимаешь по-немецки? По-немецки? Лайба — это любовь. Так, а что это вообще? Что написано? Не знаешь? Это надо такой подумать. Какой-то. Короче, это надо перевести подумать. Это тоже Лера. А. Витамин Е, что-то там. Нет. В общем, мы еще разбираться будем. Шоколадка. А две маски в одной. Да? Ну, это маска, да? Это вот конфетки вкусные.
Ой, смотри, какие классные. Вот тут еще вот что имеется. Чулак. Для ногтей такой красивый. О, классно, накрашу обязательно. Интересные такие конфетки. Немецкие сладости. Вообще класс. Лена, огромное спасибо. Такое классное. Сейчас будем пить чай. Спасибо. Поцелуйчики. Открытка классная. Открытки вообще люблю. Сразу видно, что ты человек творческий. Это идеально просто для фотографий. Я думаю, вот это вот надо будет сначала сфотографировать. И открытка так мне нравится вообще. Это, я так понимаю, что-то может быть типа глины, да, маска. И вот это с витамином Е. Здесь. Что с чем смешать? Что будем пробовать? Мышь! Смотри. Вот мыша уже тут. Она хочет запрыгнуть. В любом случае, посмотреть, полюбопытствовать. И лак очень красивый, блестящий. Кстати, очень люблю. Пока... Мыша! Ну! Я тут пока не пофотографировала, не успокоилась. Потом вспомнила, что у меня есть такая штучка для яичек. Теперь, я думаю, надо вот эти маленькие яички приложить сюда. Вот так мы яички переселили к такой вот курочке. Ягодки на потом. Сейчас будет тигр. Попробуем маслом. Пока набросок карандашом. Ну вот, что-то получается. Ну, пока вот на таком я этапе. Кстати, я не показывала, какой тигр у меня получился. Тигра. Что-то вот не то в этом тигре. Лапы как-то это... Я сделала вывод, что больше, наверное... Цветочки рисовать, что-то такое попроще. С животными посложнее все уже идет дело. Спасибо всем, кто остается со мной. Пока-пока.